Привет всем, привет отцы. В общем, смотрите, ситуация такая. Если ваша сожительница, жена, которая с вами в разводе, забрала ребенка там с помощью полиции или сама, до 10 лет ей приоритет. Все. Если она не больная, там, не наркоманка, какая-то не пьяница, ничего не сделайте. Будет сидеть в реп-центре, пока сама не решит оттуда выйти. Куда? Ну, на квартиру или где там она может с ребенком проживать. Вы можете только одно дело сделать. Это сразу в суд, как можно быстрее подавать исковое. Когда, где видеться с ребенком, там, говорить по телефону. Без решения суда ничего не получится. Никто ребенка не отдаст. Поэтому время не тратьте, там, кенты, знакомые, друзья, не знаю, там, какие-то там рекламы, письма, ничего не сработает. Решение суда, все, ребенок будет с вами. Ну, если вы, конечно, адекватны и все в порядке. Поэтому всем удачи, отцы. Не теряйте надежды. Вы имеете право видеть и быть с вами, со своей доченькой или сыном. Это ваше право.